Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу на международной ежегодной выставке Mapic Russia. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Литовкин Игорь, я представляю компанию Santel. Это исторический игрок на рынке матрасов и ритейла. Здесь мы находимся с уникальным, уникальным проектом, который намерен сочетать в себе бизнес офлайна с своей стабильностью и растущие тенденции онлайн-бизнеса. Это решение, которое позволяет тянуть средний чек вверх, делать бизнес эффективным. Это решение может быть полезно для наших партнеров как рантье, также для любых людей, которые имеют отношение к предпринимательству и бизнесу. Вот, собственно, так. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас стенд, может быть, или можем сказать, где найти ваш сайт, чтобы все наши зрители могли посмотреть и, главное, задать свои вопросы. Мы стоим на 28-м стенде, наш сайт santel.com. Мы рады всех видеть и готовы ответить на любые интересующие вопросы. Все бизнес-схемы ребята подробно объяснят, расскажут. Так что, welcome. Мы надеемся, выставка будет вам полезна. И поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Насколько интересны, может быть, вам были стенды коллег? Может быть, какие-то тоже интересные решения вы для себя нашли? Может быть, были какие-то интересные встречи уже у вас? На сегодняшний момент мы первые, наверное, из индустрии, которые выставились в таком формате. Это совершенно новое решение, поэтому лидов достаточно много. Будем смотреть на конверсию и на эффективность. Это, наверное, уже после выставки. Но пока все радужно. Спасибо. Это замечательно. Пожелаем вам удачи и надеюсь до встречи в следующем году с новым интересным проектом. Всего хорошего.